Фонд знаний при президенте Азербайджана в рамках проекта «Изучаем Кавказскую Албанию» организовал круглый стол в Бакинском государственном университете. В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав факультета истории БГУ и студенты вуза. Участникам круглого стола была прочитана лекция на тему религии в истории Азербайджана, дохристианский, христианский и исламский периоды. Лекцию прочитали сотрудники Института археологии и этнографии Академии наук Азербайджана, доктор исторических наук Махаббат Пашаева и доктора философии по истории Эльнур Велиев и Ульвия Гаджиева. Лекторы проинформировали профессорско-преподавательский состав и студентов БГУ об изначальной матрице азербайджанского мультикультурализма, дохристианским, христианским и исламским пластами, параллельно сосредотачивая внимание аудитории на социально-политических проблемах Азербайджана раннего средневековья. Участники круглого стола с огромным интересом выслушали лекцию, а после состоялась оживленная дискуссия. Отметим, что факультет истории организовал выставку, посвященную периоду существования Кавказской Албании. Экспозиция отличилась разнообразием интересных картин и вызвала большой интерес участников круглого стола. Эта конференция, на мой взгляд, достаточно важная в том смысле, что она пропагандирует нашу историю Азербайджана. Она важна еще потому, что она проводилась именно среди студентов исторического факультета, которые теоретически на своих занятиях историю Албании изучают, знают. Но сегодня их встреча с известными учеными-албанистами, которые непосредственно занимаются историей Албании, оказалась очень важной. Они услышали очень интересные выступления, они увидели очень важные для них слайды, которые были показаны. И я думаю, что их представление об Албании, а особенно о той религии, дохристианской, христианской, послехристианской, исламской религии, еще более значительно эти знания увеличились.